Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю расскажут мои коллеги и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Сделал прививку – получи подарок. Организаторы акции «Самара. Я привит» подвели итоги конкурса. Какой он общественный наблюдатель? Об этом говорили на заседании круглого стола общественного штаба независимого наблюдения за выборами. Не только школы и детские сады, но и прилегающие к ним территории. Глава Самары Елена Лапушкина совместно с сотрудниками профильных департаментов и главами районов проверила, как идет строительство и благоустройство образовательных объектов города. В Самаре закончили восстанавливать легендарный сквер «Три Вяза». В одном из излюбленных мест отдыха жителей города снова заработал уже обновленный фонтан. Кондуктор, о котором говорит вся Самара, Светлана Крайнова из Северного трамвайного депо – самый популярный кондуктор на линии. Рост заболеваемости коронавирусом в регионе наблюдается во всех возрастных группах. Болеют целыми трудовыми коллективами. Об этом говорили на оперативном совещании по предупреждению распространения коронавируса, которое провел заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов. Что намерены предпринять областные власти в нашем сюжете? Сегодня около 60% заболевших лечатся амбулаторно. Остальные нуждаются в госпитализации, тогда как во время первой волны пандемии соотношение было 80 на 20. Как результат, растет расход медицинского кислорода, а также необходимость в больничных койках. Об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Уже 18 больниц. С прошлой недели добавилась одна больница. Это Самарская городская больница номер 8, 180 коек которых включены в работу с 25.07.2021 года. На сегодняшний день на койках находится 2929 пациентов, и это количество возросло примерно на 400 за неделю. Учитывая уменьшение количества процента свободных коек и, соответственно, динамику, о которой мы уже говорили, запланирован уже на этой неделе ввод еще 360 коек. Сейчас в больницах лечится почти 3000 пациентов с коронавирусом. В среднем ежедневно госпитализируют около 220 человек. Медикам вновь требуется помощь студентов и волонтеров. По решению оперштаба муниципалитеты предоставят автотранспорт для мобильных бригад врачей. Также в ближайшее время будут обсуждаться меры, направленные на улучшение работы скорой помощи. Продолжается вакцинация. Всего в регион поставлено более 807 тысяч доз вакцины. Привиты первым компонентом около 753 тысяч человек, из них вторым компонентом свыше 553 тысяч. По предварительным оценкам, область приблизилась к 50% охвату вакцинации. Еще раз, да, внимательнейшим образом перезагрузить всю контрольную работу, да, которая есть в муниципальных образованиях, и работу по вакцинации. Мы с вами совещание провели. Но я вот не вижу там на цифрах, что это привело к какой-то дополнительной мобилизации. А мы с вами там только вот сейчас там 50%. Мы не можем там все-таки там достучаться и довести, да, вот эту опасность, которая к нам пришла, которая во многом суровее по последствиям, чем то, что тот опыт, который мы с вами переживали недавно. На оперштабе было принято решение нарастить темпы вакцинации, чтобы снизить нагрузку на медиков и высвободить коечный фонд для оказания плановой медицинской помощи по другим направлениям. В ближайшее время оперативные штабы на местах будут проводиться с участием членов областного правительства. Особое внимание будет уделено выявлению недостатков в организации работы по контролю за соблюдением санитарно-противоэпидемических мер и их устранению. Маски сейчас нужно носить во всех закрытых помещениях, а также в общественном транспорте. Виктория Шаре, «События». Вакцинировался – получи подарок. Организаторы акции «Самара. Я привит» подвели итоги конкурса и вручили победителям заслуженные призы. Современные смартфоны отправились домой вместе со своими новыми хозяевами-счастливчиками. Подробнее расскажет Михаил Ермоленко. Второй компонент вакцины получила 13 июля. Там же в больнице узнала про акцию «Самара. Я привит», рассказывает Елена Вицак. И подумала, почему бы не испытать удачу и не зарегистрироваться на сайте конкурса. Судьба действительно улыбнулась Елене, тем более, что сменить телефон на новую модель она планировала давно. По результатам акции девушка в числе победителей выиграла новый современный смартфон. Вообще, я первый раз вот в жизни что-то выиграла. Попросили подтвердить и отправить сертификат о том, что я сделала вакцину. Ну, я это сделала. Ну, все, потом мне еще раз звонили, еще раз говорили. Я уже тогда окончательно убедилась, что на самом деле это все правда.
Сегодня Елена забрала приз у организаторов. Торжественный момент. Елене Владимировне, победителю акции «Самара, я привит», мы вручаем подарок – смартфон. И очень надеемся, что это послужит вам с пользой. По многочисленным просьбам жителей организаторы объявили о новом этапе акции, который начнется 1 августа. Правила конкурса вскоре опубликуют на сайте samarayaprivit.rf. Уже точно известно, что победители следующего этапа смогут получить сертификаты одного из крупнейших российских банков, билеты в самарские театры и другие ценные призы. Мне приятно объявить о том, что мы продлеваем акцию. Это эпидемиологическая ситуация. Мы приняли решение о том, что с 26 по 31 августа будет второй этап акции. Точно так же будут ценные призы, поэтому мы приглашаем всех людей регистрироваться на сайте «Самара Я Привит». В акции, проводимой при поддержке администрации города, приняли участие свыше 9500 самарцев. Организаторы конкурса особо отметили то, что при выявлении победителей были обнаружены заявки, содержащие недостоверные сведения. Поэтому во время регистрации на следующий этап жителей просят быть предельно внимательными при заполнении данных. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Максимально заинтересовать людей и обеспечить прозрачность выборов. Какой он общественный наблюдатель? Этот вопрос обсудили на заседании круглого стола общественного штаба независимого наблюдения за выборами. Мэри Елчан расскажет подробнее. Честность, порядочность и соблюдение законодательных норм – вот главные требования к тем, кто собирается стать независимым общественным наблюдателем. В самом большом районе Самары, в промышленном, 104 избирательных участка, которые нуждаются в грамотных специалистах. Здесь уже подготовили более 500 человек. 100% окончания занятий люди уходили удовлетворенные, окрыленные, наполненные информационностью, знаниями и пониманием, самое главное, как правильно вести работу в процессе выборов и в процессе работы своей. Штабом уже подписали договоры с 15 общественными организациями и Общественной палатой Самарской области. За 3 месяца проведено более 40 мероприятий. В рамках подготовки к выборам состоялось 72 семинара, на которых прошли обучение свыше 5000 потенциальных наблюдателей. Когда мы готовили, и сейчас продолжается процесс будущих наблюдателей, то был очень приятно удивлен, что значительное количество обучающихся – это молодые люди. В совокупности все слои нашего избирательного корпуса здесь представлены, потому что наблюдатели – это одновременно тоже и избиратели. На занятиях опытные юристы и эксперты в области избирательного права рассказывают о новшествах законодательства и особенностях предстоящей избирательной кампании. С будущими наблюдателями досконально разбирают различные ситуации, которые могут возникнуть на избирательных участках. Например, как отличить провокацию от реального конфликта. Как всегда, когда выбор носит масштабный характер, сообщество наблюдателей представлено самыми разными людьми по возрасту, интересам и профессиям. Как и в прошлые годы, Общественная палата направляет наблюдателей как из числа граждан, лично обратившихся в Общественную палату с соответствующим заявлением, так и по предложениям общественных объединений и коммерческих организаций. Напомним, Общественный штаб наблюдения за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стала член Общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями – председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами Общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Мария Елчан, Николай Сидоров. События. Не только школы и детские сады, но и прилегающие к ним территории. Глава Самары Елена Лапушкина совместно с сотрудниками профильных департаментов и главами районов проверила, как идет строительство и благоустройство образовательных объектов города. На что следует обратить внимание в первую очередь и какие поручения глава Самары дала ответственным за объекты в нашем сюжете. Когда выражение «все лучшее детям» не слова, а план действий. Детский сад на 132 места в границах улиц Ташкентской, Георгия Димитрова и Московского шоссе готов уже наполовину. Возведена основа 2 этажей. С 2-недельным опережением завершено устройство несущих конструкций здания. Утеплен фундамент, забетонированы перекрытия, уложена кирпичная кладка парапета. Ход работ во время выездного совещания с сотрудниками профильных департаментов проверила глава Самары Елена Лапушкина. Выполнена система дренажа, уже смонтированы колодцы полностью. Вот с той стороны делается хозяйственно-бытовая канализация. Выкладывают стены, сразу же штукатурят, ускоряют процесс. Фундамент уже вот обратно засыпают.
Параллельно благоустраивают и близлежащую 79-ю школу. К сентябрю здесь появится универсальная спортивная площадка. Здесь спортивная площадка, футбольная. И вокруг беговую дорожку тоже мы сделаем. Под контролем главы Самары Елены Лапушкиной благоустройство территории вокруг новой 26-й школы в Октябрьском районе. Сейчас здесь обновляют подъездную дорогу с улицы Советской Армии по 5-й просеке. Все работы завершат к новому учебному году. Сейчас там полную силу идет отсыпка насыпи. С понедельника они уже начинают вот от этого многоэтажного дома собирать дорожную одежду, песок сыпать, щебень, устанавливать бордюрный камень. Работают в две смены на строительстве второго корпуса школы. До конца этой недели по всему периметру здания поставят окна. Это очень долгожданный объект вообще для всех жителей 5-й просеки. В школе не будет разделения на младшую школу, старшую школу, среднего звена. То есть в каждом из корпусов будут обучаться все параллельно, без исключения. Второй корпус школы будет рассчитан на 850 мест. В здании также разместится детский сад на несколько групп, в том числе и ясельных. Ольга Павлова, Ольга Хамракулова, Константин Головин, Василий Колдашов. События. В Самаре закончили восстанавливать легендарный сквер Три Вяза. В одном из излюбленных мест отдыха жителей города снова заработал уже обновленный фонтан. Деревья не тронули. Он расположился вокруг трех знаменитых вязов. Подробнее расскажет Михаил Ермоленко. В одном из любимых самарцами скверов «Три Вяза» на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской вновь заработал фонтан. Отличительная черта архитектурного решения – два резервуара для воды, которые подаются через шесть форсунок, и три вяза, которые растут посередине. Они создают настоящий мини-оазис в историческом центре города. Сегодня в этом небольшом скверике работы по благоустройству подошли к завершению. В прошлом году мы просто хотели в данной ситуации привести его немножко в порядок, в рамках того привести газон, посадить цветы в этом вопросе. Естественно, плитка лежала та, которая, будем говорить, в 90-е годы была сделана. Уложили плитку, расставили опять скамеечки, урны и все. И он прекрасен. Перед открытием на самом фонтане заменили старую водопроводную систему, сделали гидроизоляцию швов, а также восстановили парапет. Мозаику из смальты художника Завьялова на дне оставили в первозданном виде и очистили. Здесь как бы своя специфика. У этого фонтана внутри три живых дерева, они растут. Три вяза. Они растут, поднимаются немножко, приходится добавлять грунт, землю. И в связи с этим подняли и будут, чтобы добавить земли, чтобы было где расти деревья. Красоту преображенного сквера оценили и жители города. Я работаю здесь на Фрунзе, недалеко, поэтому после работы всегда приятно зайти куда-то посидеть на скамеечке, подумать о своих мыслях, настроиться на следующий рабочий день. Поэтому, конечно, когда есть такие прекрасные места, это всегда хорошо. Фонтан в этом сквере будет работать и обслуживаться в том же режиме, как и все остальные фонтаны в городе. По понедельникам предусмотрена профилактика оборудования. Подтягивают сальники, чистят форсунки, заменяют и очищают воду. Запланированные в сквере работы завершены и остались последние штрихи. Полюбоваться площадкой можно уже сейчас. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. В Самаре на ряде улиц рабочие закончили очередной этап ремонта и технического перевооружения теплотрасс. Трубопроводы прокладывали через перекрестки, после чего обновили и трамвайные пути. К примеру, чтобы городской пассажирский транспорт вернулся на привычные трассы следования по улице Клинической как можно раньше, специалисты приложили все усилия. Подробнее расскажет Мэри Илчан. На улице Клинической еще вчера кипела работа по обновлению трубопроводов. Из-за этого движение транспорта в выходные было ограничено. Уже сегодня утром рабочие закончили техническое перевооружение теплотрассы. Здесь восстановили трамвайные пути и произвели временное благоустройство проезжей части. Новые трубопроводы обладают повышенной защитой от теплопотерь, конденсата, коррозии и других агрессивных факторов среды. Для этого применяются различные методы специальной обработки, благодаря чему удается обеспечить куда более длительный срок эксплуатации по сравнению с трубами предыдущих поколений. Современные трубопроводы могут служить до полувека. У нас изоляция трубы идет пенополиуретан в пластиковой оболочке. То есть она предотвращает проникновение дождей, осадку всех, воздействие на металл полностью. Система, также у нее есть система СДК, которая дает нам
возможность определить, в каком месте у нас происходит повреждение. В выходные также провели масштабную и сложную работу на перекрестке Некрасовская-Ленинская. Продолжается перевооружение с дальнейшим восстановлением дороги на Некрасовской от Садовой до Ленинской и на Огибалово-Красноармейской. Проверил, как проходило техническое перевооружение теплотрасс, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Он отметил, что за последние полтора года объем инвестиций на обновление теплосетевых коммуникаций коммунальной инфраструктуры города превысит 4,5 миллиарда рублей. Мы уходим туда, до Комсомольской площади, где мы позапрошлом году перекладывали трубу. То есть соединяем, и практически вся труба начинает спортивная, она вся новая будет лежать до работы. И по рабочей мы ее переложили до Арцебушевской. Жители Самары к обновлениям и временным неудобствам относятся с пониманием. Трубу надо обязательно, придет зима. Это уже везде меняется. Все работы контролируют в мэрии Самары. Для вовлечения дополнительных средств Самара вошла в единую ценовую зону теплоснабжения и стала одним из первых городов-миллионников, где стартовала реализация новой модели тарифообразования по методу альткотельной. Комплекс мероприятий по ремонту и техническому перевооружению теплотрасс является обязательным условием успешной подготовки города к осенне-зимнему периоду. В приоритете городских властей повышение надежности теплоснабжения за счет снижения количества технологических повреждений и исключения аварийных ситуаций во время прохождения отопительного сезона. Мария Елчан, Николай Сидоров, события. Кондуктор, о котором говорит весь город, Светлана Крайнова, в Северное трамвайное депо Самары устроилась чуть больше года назад. Но для пассажиров уже стала самым популярным кондуктором на линии. Они пишут посты благодарности на сайт предприятия и в соцсети. В чем секрет успеха, из первых уст узнали наши корреспонденты. То есть заходят армяне, я говорю, баровдес. Заходят грузины, я говорю, гамарджоба, где назвали. Заходят евреи, я говорю, шалом. Она не запускает ракеты в космос, не изобретает вакцину от страшной болезни, но от этого ее работа не менее важна. Кондуктор Светлана Крайнова каждое утро поднимает настроение пассажирам трамвая 20-го маршрута. Говорит, ко всем старается найти индивидуальный подход. Надо шевелить всех, потому что люди... Вот понимаете, есть шкала тонов, и человека надо из плохой эмоции обязательно перевести в хорошую. Но это надо делать постепенно, потому что если его сразу резко, то не получится, не будет хорошего эффекта. Секрет моего успеха в том, что потихонечку, постепенно, даже самых хмурых я перевожу постепенно в свои друзья. У меня очень много друзей сейчас в городе. Я очень часто езжу на этом маршруте. И вот несколько раз попадала с этим кондуктором. Ну, молодец, веселая, очень женщина, приятная, всегда желает. Доброе утро, добрый день и всегда улыбчивая. А я уже попадаю с ней в третий раз, и всегда вот такой позитив. На самом деле настолько энергии вот этой вот положительной, которая несет и которой не хватает по жизни сегодня. В трамвайное депо Светлана устроилась чуть больше года назад, когда из-за пандемии закрылся ее маленький бизнес, связанный с коммуникациями. Говорит, зарплата достойная, но в работе больше всего ценит возможность общения. Спинку выпрямила, улыбка и пошла. Ногу от бедра, помните, это служебный роман, фильм. Такие женщин, мужчины взглядом мне пропускают. Ну, плюс еще и девушки тоже. Мне, кстати, вот что-то надо заметить, моя аудитория – девушки. Потому что я их все девочки. Это моя группа поддержки, они всегда на моей стороне, вот как-то так. Чтобы черпать силы и всегда быть в отличном настроении, перед выходом на работу Светлана соблюдает утренний ритуал. Выпивает чашку кофе, слушая мотивационные аудиокниги. Роберт Киосаки, Джим Рон, Джон Кеха, «Подсознание может все». Роберт Киосаки я посоветовала бы, ребята, и вам почитать. Светлана уверена, что бы в жизни ни произошло, главное не падать духом и уметь радоваться мелочам, из которых и складывается жизнь. Я хочу сейчас абстрагироваться, помимо вот всех вот этих должностей, профессий. И это касается и вас, и нас, и всех, и врачей, и учителей. Ведь ко мне заходят разного рода, и бизнесмены тоже. Ставят машины и заходят. Ребят, самое главное в этой жизни – никогда не падать духом. Никогда. Несмотря на популярность, Светлана не возгордилась и намерена дальше трудиться кондуктором. Говорит, благодарна сотрудникам Северного трамвайного депо за то, что приняли ее в свою профессиональную семью и научили общаться с пассажирами. Коней и друзей на переправе не меняют. Говорят, а то можно утонуть. Меня очень хорошо здесь приняли, и поэтому я не собираюсь предавать своих. Светлана Крайнова и дальше намерена радовать пассажиров своим позитивом. И они платят ей тем же. Постоянно оставляют хорошие отзывы о ее работе на сайте предприятия и в социальных сетях.
Виктория Шара и Григорий Плешаков. События. Меняется погода, меняются и вкусовые предпочтения гостей самарских ресторанов. Лето – это время гастрономических удивлений и легких блюд. В каждой национальной кухне свои изменения. О том, зачем нужно обновление сезонного меню и чем лучше питаться летом, узнала Мэри Елчан. Окись лососем – традиционное летнее блюдо в меню ресторанов паназиатской кухни. В его основу входит лосось в соусе поки, украшенный красной икрой. Шефы подают его на подушке из черного риса и водорослей чука. Здесь каждый компонент укладывается в тарелку самостоятельно. И только после подачи ингредиенты смешиваются друг с другом. Это идеальный вариант для легкого ланча или ужина, говорит бренд-шеф Максим Акимов. Если мы говорим про сезонное меню, это первое место. Это первое место, абсолютный хит. Ну, в принципе, это и ожидаемо, потому что все любят поки, все хотят поки. Поки сейчас это одно из самых востребованных блюд в паназиатской кухне. Максим Акимов один из тех, кто занимается разработкой основного и сезонного меню ресторанов. В паназиатской кухне к этому подходят особенно тщательно. Говорят, важно поддерживать идеальный баланс вкусов и легкость блюд. Это супы обязательно холодные, супы 100%. Это легкое горячее блюдо. Например, это используются легкие маринады, которые усиливают вкус. И гарнировка не должна быть сложной, не утяжеленной. То есть не нужно добавлять какой-то, не знаю, картофель, что-то тяжелое. Нужно вот легкое, лист салата, например, да, он хорошо дополняет что-то. Предпочитают заменить мясные блюда на что-то менее калорийное и представители армянской кухни. Так особой популярностью пользуется национальное блюдо спас. Это уникальный суп, который подают в летнее время, чтобы освежиться, и в горячем виде зимой, чтобы согреться. Готовят блюда из мацони с добавлением перловки, яйца, муки, обжаренного лука и зелени. На приготовление этого яства уходит не больше 20 минут. Кроме того, блюдо считается лечебным. Если вы выбрали вариант подавать спас горячим, можно добавить сразу зелень и подавать к столу. Если вы хотите, чтобы спас был более легким летним вариантом, нужно подождать, пока остынет. Зелень добавлять только при подаче, и можно добавить пару веточек мяты. В профессии повара Рудольф Григорян уже 8 лет. По его словам, обновление сезонного меню необходимо. В первую очередь это психология. Человек не будет идти в одно и то же место, где изо дня в день, месяц к месяцу, каждый год готовит одно и то же. Человек всегда привык пробовать что-то новое, что-то интересное. Это позволяет удержать уже гостей, которые постоянно ходят, и привлечь новых гостей. О том, что питаться летом нужно правильно, говорят и медики. Врачи советуют потреблять больше овощей и меньше жирной рыбы и мяса. Не стоит забывать о фруктах, которые обогащают организм витаминами и выводят из него холестерин. Вне зависимости от того, что аппетит в летнее время снижается за счет повышенной температуры, придерживаться принципов рационального питания необходимо. В противном случае такой отказ от пищи может привести к различным заболеваниям. Например, нарушениям пищеварительной системы и кровообращения. Снижение количества потребляемой еды приводят также к минеральному дефициту и гиповитаминозу. То основные приемы пищи должны у нас приходиться на менее жаркий период дня, да, это завтрак, ужин, но при этом не забывать о важном обеденном приеме пищи, поскольку при жаркой температуре организму сложнее перерабатывать все пищевые вещества, которые у нас поступают, усваивать их, да, поэтому обеденный прием пищи мы можем сделать более легкий, нежели в другие периоды года. На обед можно есть холодные овощные супы, а завтрак и ужин насытить нежирными сортами мяса, например, курицей или индейкой. Не менее важен и питьевой режим. В сутки врачи рекомендуют выпивать не менее 2 литров воды. Также хорошо утоляют жажду травяные чаи без добавления сахара. Мария Илчан, Николай Сидоров, Василий Кладашов. События. Спортсмен Павел Сухов принес первую олимпийскую медаль для Самарской области. Он помог сборной завоевать серебро в командном разряде фехтования на шпагах. Сначала в четвертьфинале мужчины одолели итальянцев 45-34. Павел нанес 12 точных уколов. А в полуфинале россияне справились со сборной Китая 45-38. На счету Сухова 14 результативных действий. В финале шпажистам предстояло сражаться против хозяев сборной Японии. На протяжении всего финала россияне не уступали в счете и никак не догоняли соперников. Не помогли и 15 уколов от Павла Сухова, который стал самым результативным в команде. Итог поражения 36-45. Право первой медали у Павла Сухова мог перехватить гребец Александр Визовкин. Он вышел на старт финального заплыва в одиночном разряде. Александр большую часть дистанции в 2 километра держался рядом с лидерами, но все же отстал ближе к финишу и занял 5-е место.
На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и хороших выходных!